Просматривая в очередной раз какие-то ролики в интернете, я случайно увидел, ну, саму заставку «Изнанка просветления». То есть, в принципе, меня заинтересовал сам, так сказать, вот этот вот некий слоган. Потому что многие говорят о просветлении, пробуждении, там о чем-то там таком, что вот они как бы говорят, что как свершившийся факт. Но поскольку я понимаю, что дойти до просветления, допустим, в разговорах-то, может быть, можно порассуждать об этом, но в принципе я понимаю, что в этом процессе прихода человека самого к себе есть много очень нюансов и подводных камней. То, что называется именно изнанка. И вот именно вот этот вот слоган «изнанка просветления» меня больше всего привлекло. Я захотел посмотреть. Я, в общем-то, привык слушать, поскольку и специальность у меня такая тоже предполагает. Я журналист, я должен слушать и понимать людей. То есть я послушал. Я послушал сначала несколько подкастов, потом все-таки я решил прослушать все совершенно, то, что есть. Я несколько ключевых вещей услышал. Первое – это то, что человек самостоятельно идет. Наставник ему помогает в какие-то моменты сложные понять, где он немножко заблудился, где немножко ушел в сторону. Вот это очень важно. Каждый человек после семинаров, после каких-то там вебинаров, он приходит к себе домой, он начинает заниматься собственной жизнью, и он здесь уже остается один на один со всеми вопросами, со всеми проблемами, со всеми сложностями. Поэтому то, что предложила Яна в своих практиках, мне это стало очень интересно. Я захотел проверить. Я все-таки записался, я все-таки начал индивидуальный практик, и могу сказать, что в первые же дни занятий, в первые же дни выполнения заданий, которые Яна мне дала, я кое-что почувствовал, кое-что осознал, кое-что увидел. Совершенно другое, не то, что я видел, понимал, чувствовал на протяжении всей жизни. Яна объяснила, Яна подсказала, Яна направила. Она, собственно, показала некую ситуацию, и уже погрузившись в нее, вдруг что-то поменялось. Вдруг точка моего внимания, она ушла немножко в другое место, не там, где она всегда находилась. И это было как такое чудо для меня. Это действительно, ну, удивительная вещь. То есть это очень вдохновляет, это прям так заряжает, и хочется двигаться дальше. То есть я понимаю, что дальше еще очень много всего, и очень много шагов, вот, которые предстоит сделать. Мне это интересно, это практично, это по-настоящему, это собой, это правда, вот то, что вы говорите, это именно прочувствовать собой. Тут нету никакой фантазии, тут нету никакой иллюзии, ты либо это чувствуешь, либо этого не чувствуешь. Вот если не чувствуешь, Яна помогает. На самом деле, я даже не могу сказать, что были какие-то ожидания. Было желание попробовать, проверить собою, на себе, что это такое. Могу ли я что-то вообще сделать, что-то изменить, да? Получится ли у меня? То есть был интерес. Сразу же на первых этапах у меня кое-что получилось, это меня очень сильно вдохновило. Самое главное, что получилось за это время, я смог немножко выйти из этого постоянного мысленного потока. Это очень важно. И вдруг почувствовал, что у меня даже появилось немножко больше энергии, больше внимательности, больше ясности в том, что я вижу, с кем я общаюсь, что я делаю в настоящий момент. А это очень важно, это дорого. Так, конечно, такая интересная сфера, к которой я только прикоснулся. Да, это было очень ясно, четко, да, я мог рассмотреть все, но это было достаточно сложно. Что именно дает в жизни? Но это совсем иной фокус внимания, иной взгляд на всю жизнь. Это настолько радикально отличается от обычного взгляда, от обычного состояния человека, который бежит по жизни в потоке мыслей, что, ну, даже это сложно как бы объяснить, потому что это надо только почувствовать, что такое выйти вдруг из своего постоянного вот этого состояния. Это необычно, потому что я раньше тоже взаимодействовал с другими наставниками. Это, конечно, было совершенно по-другому. Меня очень удивило сразу, что Яна обращается ко мне по имени и разговаривает конкретно со мной. Ну, то есть это было первое удивление, реально. В дальнейшем я совершенно очевидно понял, что Яна настолько готова каждый день узнать о том, что я проговорил в собственном отчете. И по ходу прямо какие-то детали сразу же разъяснять мне, давать какие-то рекомендации. Но это необычно было реально, потому что в основном сталкиваешься с тем, что люди, все люди, они настолько заняты и увлечены своими делами, своими заботами,
что до тебя им ну просто никакого дела нет. Ну максимум повернет кто-то там взгляд и скажет, ну что там у тебя, а ну нормально, и все, и уйдет. У Яны совершенно другое отношение. Она уже, если берет на себя вот некую ответственность вести кого-то, то она реально это делает. Ты реально ощущаешь, что человек прямо рядом возле тебя, и он все время видит, что с тобой происходит. Ну, то есть вот такое впечатление. Поэтому, ну, мне кажется, это дорогого стоит. В наше время это... Не знаю, я с таким еще не сталкивался, просто это очень сложно говорить, но это, конечно, удивительно. Но она действительно очень искренне помогает. Я это чувствую сильнее личной консультации. Это, конечно, уже другой совершенно уровень, то есть если, допустим, там ежедневные отчеты или ежедневные какие-то, допустим, комментарии и подсказки или наставления, это совсем коротенькие по месту, допустим, рекомендации Яны, то уже когда на связи она и мы проговариваем те вещи, которые касаются моей практики, но это совершенно по-другому. То есть получается, по ходу Яна находит те моменты, в которых у меня есть некие сложности, сложности понимания. И сразу же она мне на это показывает, и я начинаю видеть вот прямо по месту, вот именно тогда, когда она проговаривает, что я не заметил, что я не учел, чего я еще не вижу. И чем отличается наставничество Яны? Яна всегда близко. Это ощущается очень сильно. То есть разница очень большая. Те мастера, у которых я занимался, то есть ездил на семинары, лекции, это люди, которые очень далеко. И это чувствуется. Ну, просто чувствуется дистанция. Громадная дистанция. И еще, чтобы ты почувствовал личную заинтересованность этого мастера в твоем прогрессе. Ну, я такого не почувствовал нигде до этого. Нигде не было такого. Да, у Яны это совершенно по-другому. Она дает ключи и говорит, ну, попробуй вот этот вот ключ применить. И я беру его, такой простой человек, раз, повернул и повернулась. Вот это вот удивительно на самом-то деле. Как будто бы вроде все лежит на поверхности, но пока человек, который знает, не передаст вот это, вот ты ничего сам не заметишь. Яна передает реальные ключи, и ими реально можно воспользоваться в жизни. Тот, кто захочет, он это сделает. Это правда. На практике я увидел даже больше, чем то, что меня привлекло, прослушивая подкаст. Яна ведет меня к самому себе, к настоящему. Сути себя. Если кто-то столкнулся с подкастами «Изнанка просветления», я бы, конечно, посоветовал, ну, во-первых, все послушать, и, безусловно, я бы посоветовал начать практиковать. И вот я пошел в индивидуальный практик. Не так много в мире есть того, что действительно реально, практично и действительно дает то, что заявляет. Здесь, на мой взгляд, по моему опыту, именно дается то, что и заявляется. Человеку только нужно сделать первые шаги, а потом, возможно, и следующие, и убедиться на собственном опыте. Я очень рад, Яна, что я познакомился с вами. Я внимательнейшим образом отношусь ко всем вашим замечаниям, подсказкам на пути. Тот результат, который ты получаешь, это очень дорого. Я благодарен Яне за ее искренность. Я благодарен Яне за то, что она всегда близко. Я благодарен, что Яна принесла ясность со многими вопросами, которых я еще до сих пор, несмотря на уже возраст, не смог еще разобраться. За это большое спасибо. Спасибо, Яна, за то, что ты рядом.